Всем здрасте! Продолжаю лазить по австралийскому рыболовному сайту, и вот представляю вашему вниманию очередное изделие от австралийских самодельщиков-рыболовов. Снасть представляет из себя воблер-трансформер. И если со словом «воблер» никаких проблем, я думаю, нет, то со словом «трансформер» я сейчас вам все объясню. Для изготовления нам понадобится наш любимый суперматериал. Ссылка на видео будет чуть позже. Из него изготавливаем вот примерно такое тельце. Далее нам потребуется любая металлическая пластина. В моем случае это кусок дюралюминия. Вырезаем из пластинки вот такую вот накладочку. Далее накладочку нужно просверлить в четырех местах. Но сейчас просверлим только два отверстия. На любом бумажном носителе, в моем случае это тетрадный лист, но может быть миллиметровый какой-то листочек, размечаем наши будущие отбойники. Я решил делать все три варианта. Далее наклеиваем это все на пластину того же металла и вырезаем. Так как на чертежиках были отметки, я просверлил все. То есть дополнительные два отверстия крепежные, ну и наши основные отверстия. В них нарезана резьба М2,5. На отбойниках просверлены отверстия под потай. Это нужно для того, чтобы прикручивать наши отбойнички к накладке. Собственно говоря, в версии трансформера 1.0 это место и является трансформерным. В версии 2.0, к примеру, можно поменять, собственно говоря, и плавучее тельце. Оно ставится на магнитах. Накладка при этом делается из магнитных материалов. В принципе, как накладку можно использовать готовую заводскую блесну. Собираем все по месту. Я решил использовать отбойник номер 2 сразу для сборки, для показа этого видео. Но в процессе я дальше буду менять все это дело. Вот примерно вот так у нас все получается. Чем удобно использование вот такой металлической рамы, не нужна дополнительная огрузка. Далее приставляем все по месту, и примерно вот так у нас должно все получиться. Далее покрываю в несколько слоев лаком наше тельце и приклеиваю по месту. Так как версия 1.0, то плавучее тельце к накладке крепится просто на клей. Далее повышаем заметность нашей приманки под водой при помощи алюминиевой ленты. Вырезаем две полосочки и тупо наклеиваем. На этом материале легко можно выдавить любой рисунок, любую чешую. Далее берем одну нашу неудачную заготовку для глазок, будем вырезать два из них и наклеивать по месту. Как их делать, будет в следующих видео. Примерно такая красота у нас в итоге получается. Чешуя и глазки покрываются еще одним слоем лака. Ну и, собственно говоря, игра. Отбойник номер 1, самый маленький. Отбойник номер 2. Длинный для более лучшего заглубления. И, наконец, отбойник номер 3 для более ритмичных колебаний. Скорость проводки при этом я практически не менял. Вывод из всего вышесказанного. Воблер-трансформер имеет право на жизнь.
а с использованием магнитной накладки вариантов подбора игры и расцветки становится еще больше. Кроме расцветки, можно поменять и форму плавучего тела. Это тоже повлияет на игру приманки. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, бейте по колокольцам. Всем пока!